Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России Энгельское окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Потерпевшими признан 29 автовладельцев, проживающих на территории Саратовской области и ряда регионов Российской Федерации. Установлено, что с октября 2019 года по август 2020 года потерпевшие заключили договоры комиссии с фирмой, оказывавшей посреднические услуги по продаже транспортных средств. Организация обязывалась продать автомобили клиентов в течение 10-20 рабочих дней с вычетом комиссионных, перечислить им денежные средства, полученные от реализации автомобилей. Однако после продажи транспортных средств деньги на счета потерпевших так и не поступили. По данным следствия, сумма ущерба, причиненного клиентам, составила более 21 миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Энгельский районный суд для рассмотрения по существу.